Дорогие папы и мамы, мальчики и девочки, у нас в баре Сергея Мазаева «Гороховое поле» сегодня масленица. Что такое масленица? Скажите мне. Это медовуха, сладкие блинчики. Ну и, конечно, хорошее настроение. Пойдемте с нами. Привет! Привет! Что такое масленица? Плазник. Это такой плазник, на котором едят блины и танцуют. Это такой праздник ухода весны. Это масленица, вот когда сжигают куклу, это вот они как бы посылали богиню смерти. Последний день обжираловки перед началом поста. Что такое масленица, ты знаешь? Это... Масленицы блины. Что делают на масленице, скажи? Обжираются. Что делают на масленице? Чего? А здесь ты пробовала сегодня блины? Кушала? Не. Почему? Поэтому. Масленица твой любимый праздник или есть еще какие-то любимые праздники? Мои праздники любимые — масленица подсолнечная. Сколько нужно съесть блинов, чтобы масленица получилась? Я думаю, до тех пор, пока сам не начнешь походить на блин. А куда уходит зима? На юг. А с каким маслом едят масленицу? С подсолнечным или с оливковым? Есть масло подсолнечное еще. Отлично. С каким маслом обычно едят масленицу? Не знаю, с бензином какой-нибудь. Еще придешь сюда? Да. Сколько раз? Где-то 1 000 000. And the girls respond to the call. I have a poor man shout out.